В этом году ежегодный фестиваль «Город жизни» для людей с ограниченными возможностями здоровья посетили свыше 200 человек. Праздник, он нацелен на то, чтобы показать, что люди с ограниченными возможностями здоровья могут проявлять себя в различных сферах, как в спортивной, в творческой. Вот. Ну и тут, собственно, представлены организации, которые могут в нашем городе оказывать им услуги. Традиционно было организовано несколько интерактивных зон. В фойе Дворца спорта «Видное» консультировали педагоги, работающие с различными задержками развития. Также гости смогли посетить и небольшую выставку. Это выставка инклюзивного клуба «Дорога в жизнь». Дети нарисовали наш, ну, дети 18+, и также ручной труд. И задача была вообще город жизни нарисовать. Мы пробуем разные техники в клубе. Дети радуются, что они могут. И это выставляется. Еще какие-то призы мы берем. Большой игровой зал Дворца спорта поделили на творческую и спортивную зоны и импровизированную сцену. Гости фестиваля могли поучаствовать в спортивных эстафетах и различных мастер-классах. Центральная библиотека приготовила мастер-класс по оригами. Мы делаем и снежинки, и зайчиков. И мне кажется, что ребятам, ну, проще всего сделать что-то из бумаги. Мы сегодня рисуем по воде, это эбру-рисование. Вот дети очень увлеклись, им очень нравится. Эбру — это развивает очень творческую фантазию. Вообще это работа с красками, это поднятие настроения, это какие-то эксперименты, опять-таки, для детей. Они же любят вот это все в воде поковыряться, красочки помазаться. И потом, главное, красивый результат получается. Аня и Вероника Стовба пришли на фестиваль вместе, рука об руку, участвуют и в разных активностях. Спортсменка Аня во всем поддерживает свою солнечную сестренку. Вот рисунок в технике эбру помогла закончить. Мы очень довольны, здорово организовано. Чувствуется, что детям рады, чувствуется, что мы можем здесь получить ту помощь, которая нам нужна. Но, конечно, самое главное действо развернулось на импровизированной сцене, ведь артистами были сами же гости праздника. Заместитель главы администрации Татьяна Квасникова не удержалась и тоже пустилась в пляс с ребятами. В этом году почетным гостем праздника стала детская писательница Татьяна Синичкина. Она подарила всем участникам фестиваля свои книги из серии «Доброта в ладошках». Для меня это очень, конечно, трогательно и... Ну и радостно. Мои сказки о добре, о любви, о прощении, о том, что не надо никогда не сдаваться, не унывать, всегда прощать. Все гости фестиваля унесли с собой не только хорошее настроение и собственноручно сделанные поделки, но и фотографии на память. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.